Он свой, да? Так точно, свой в доску. Это Вита, мой давний друг. Это Джузеппе, лучший медвежатник в Empire Bay. Отставной только. Как дела? Бумаги для тебя? Да, для него. Они уже готовы? Та еще морока была, но готовы. Ну, спасибо. Это и правда выгорит? Армия тебя больше не побеспокоит, поверь. Видишь, что я говорил? Вот деньги. Бери бумаги, Вита. Еще нужен набор отмычек. Это да. И угадай, кто их купит. Рация. Можешь проверить прямо здесь. Вот. Держи замок. Надо просто сунуть отмычку в замок и поднять все крючки. Берешь ключ и зажимаешь крючки по одному. Когда отведешь все крючки, поверни ключ, и замок откроется легко. Джузеппе, сея Бенедико. Легко, да? У тебя получится. Я все время практикуюсь, когда ключ в машине. Увидимся, Витро. Ну что, ты все еще не против ее взять? Что, шутишь? Я влюблен. Ну тогда это твой шанс. Тачка? Неплохо. Пожалуй, возьму. Ладно, давай поищем мастерскую. У них специальный сервис есть. Самое то. Эй, за это ж платить надо. Не переживай, я все устрою. Да найди любой сервис. Я знаю ихнего хозяина. Без колеса. А, нет. Это, видимо. Ой! Чего нет? Вот, поставь прямо перед дверью гаража. Ага, а теперь по сигналу. Чего тебе сделать?
тебя не вопрос. Ищешь новые колеса? Выбирай, приятель. В любое время. Отлично. Теперь познакомим тебя с Майком Бруски. Может, у него работа будет. Ладно, дело. У него тут свалка на Риверсайде. Не пропустишь. А это что за парень? Какой? Парень в мастерской. А, Томми, племянник одного кореша. Он типа тихоня, но скажу тебе, танцует как зверь. Пару недель назад видел, как он пляшет в старом клубе в Остербее. Все тёлки с ума сводят. Я что, слышу намек на зависть? Ты шутишь? Мне зачем танцевать? Я же обаятельный. Ты слушай, как я девок снимаю, а то так и будешь сам с собой ночами дрыгаться. Например, у тебя в кармане зеркало? А то я себя вижу у тебя в трусах. Если бы я мог переделать алфавит, то я бы Д и Я поставил вместе. Ой, блин, перестань. Вот это верня. Эй, детка, отличный прикид. Будет круто смотреться утром у меня на полу. И у тебя это работает. Ты знаешь, чем поговорить от поваляться отличается? Нет? Давай поедем ко мне, поговорим. У тебя проблем, укус. Поехали ко мне домой, поиграем в игру. Ты будешь дверь, а я тебя. Ну, это позор. Слушай, если у тебя бизнес, то и нас... Вами можно вообще не заморачиваться. Эй, привет, Майки, какие новости? Ну, Майк, ты бы хоть иногда руки мыл, что ли? Мне ж теперь ванну принимать. Эй, я работаю. Рабочий человек всегда руки замарает. И вообще, я их вытирал. И чем? Той же тряпкой, которой драешь туалет, а, слесарюга? Рассохни, ты кто тут, санинспектор? Или ты дела делать приехал? Дела, конечно. Это мой друг Вита. Вита, это Майк Бруски. Не пожимай ему руку, у меня мыла не хватит. А знакомство, Вита? Мы с Вита давние друзья. Он только что вернулся из Европы, ему нужны деньги. Так что, думаю, он может помочь себе с нехваткой запчастей. Я за него ручаюсь. Ага. Ладно. Жора сказал тебе о нашем левом бизнесе? Ну да. Мне нужны обычные машины, никакой роскоши. С каждой тачки получишь долю. Пригоняй сколько хочешь. Только не притащи копов на хвосте.
Если они припрутся, я тебя знать не знаю. Понятно? Ясно. Твою мать, Мань! Ты же мне все пальто залапал! Оно же больше тебя стоит! Не верещи, а то я тебе глаз на ухо натяну, истерик. Знаешь, сколько сейчас ключишка стоит? Господи, Боже. Да хрена! И еще не факт очистит. Ты заткнешься? Витя, слушай, сегодня мне нужен Вальтер Купре. У меня просят детали, а машину я нигде не найду. Потому что не знаешь, где искать. Каждый раз, когда еду по Хантерс, вижу одну такую у бара, вроде «Одинокая звезда» называется. Это же Нигерский район. Буду там как прыщ на коленке. Слушай, я дам тебе 3,5 сотни баксов. Что это того, а? 4. Ладно, идет. Ладно, Витя, давай пошли, одеем. Все равно я пришлю тебе чек из химчистки. Давай, а я адрес поменяю. Вот. Так, слушай, это твой первый заплыв, так сказать. Смотри, не облажайся, ладно? Вот, Витя, держи. На всякий случай. О, класс. Эй, Майк, можно я эту штучку проверю? Конечно, кайфуй. Вот мишень. Целься в ту развалину. Бензин остался. Ну, я знаю анекдот в тему про поляка. Вам не скажу. А, да, кстати, пошел. Ладно, хватит стрелять. Работать пора. Бегает, а когда 4 часа не бегает. Странно. Песков за рулем. Вот. Блин, только... Нет. Блин, куток. Сейчас надо на триггер поставить. Эй, все равно. Надо все-таки триггер снимать. Жестко. И не триггера как-то надо. Я там с пустой вины, блин. Ну ладно. Хорошо, тогда выезжаем, как приехали, потом по шоссе на запад. Через город не поедем. Здесь направо. Ну и как тебе дома? Хорошо. Но будь я при деньгах, было бы еще лучше. Куда спешить? Знаешь, за деньги счастья не купишь. Убирайся к чертовой матери. Я тебя просто дразню. Про бабки не волнуйся. Это работенка только начало. Скоро будешь в них купаться. Так что, Сент-Айленд все такая же дыра, как раньше? Нет, нет, сейчас не так уж плохо. Хрена себе. Как это может быть? Все черномазы свалили на юг на зиму. Ясно, дыра дырой и осталась. Да не было всего пару лет. Этому району нужно куда больше, чтобы измениться. Они там молодятся, как кроме. Что поделаешь? Стало даже хуже, чем в детстве. У них там что-то вроде банды родилось. Как их там за ногу-то? Имеры, букмеры. Хрен их разберешь, что-то такое. А, зашибись, прекрасно. Звери это! Тут толкаются друг друга молча, вот и все дела. Я не трону. А если полезут, я не зря тебе пушку дам. А, кстати, теперь с оружием ходишь? Это еще зачем? Из него в нашем деле никак, особенно в этом долбанном месте. Да, блин, умеешь ты утешить. Ты хочешь?
богатым, куплю себе здесь домик. Только день как вернулся, а дом родной ему уже не нравится. Эй, что за наезд? Я просто любуюсь, ну, мечтаю. Когда я себе еще такое смогу позволить? У тебя бутылка от шампанского, да внутри пива, друг мой. Не волнуйся, я помогу тебе. И уматывай. Если придется, выбей окно и вперед. Я буду ждать тебя у Майка. А если будут проблемы? Разберешься с ними. Считай, что это проверка. А провалишься, на фабрике есть рабочие места. Верно. Просто спросил. Удачи, Клэш. Увидимся у Майка. Ой. Ай, сейчас переиграю. Не так. Короче. Нет, даже тут не надо. Да, не буду мучиться. Чего желаешь? Держи свою мыльную пену. Держи, парень. Тихо мы, да? Да, блин! Столбик. Тут никак аккуратно нельзя, блин. Я там стреляюсь. Нормально аккуратно ездить. Вот, да. Да, все. Oh.
делает, теперь аккуратно. Вот, и не быстро. Его что-то не использовали ноги до пятилетия. Ладно. Ой, отлетело, крышка попала. Сейчас так по-быстренькому ходить. А, приехать как нельзя. Угу. Интересно. Это скриптовано, наверное, заскриптовано. Да, заскриптовано. Все-таки путь сломанный. Сломанный. Выглядит. Эй, задание выполнено! Как все прошло? Расплюнут. Вот только машина принадлежала кучке Нигер, и как ты уехал, они тут же попытались меня прибить. Да, наверное, бомбисты. Гантер с их район. Они не серьезные ребята, так, шпана. Катаются по улицам, болтают херь, воруют херь и курят травку. Посмотрим, что тут у нас. О, мило, без пятя. Чисто. Откуда у шпаны деньги на такое? Наверное, сами угнали. Ну, хорошо. Сколько я там тебе за нее обещал? 600. Мне нравится твой друг, Джо. Ладно тебе твои 400. Заходи еще, ладно? Но вместе поработаем. Будь уверен, Майк. Увидимся, Майк. Я скоро снова зайду. Ладно, парень. До встречи. Вот твои 300. Остальное мне за посредничество. В следующий раз ты сам по себе. Сойдет. Спасибо, Джо. Ладно, поехали домой. Я устал. Нам нужно на шоссе.
Ну вот если проверим, доеду, чтобы он проверил. Вот гудок твоей работы. Я что, вышел на войне, чтобы пропасть на Сент-Айленде? Ну вот такая работа, парень. Что поделаешь? К тому же вряд ли ты еще чему обучен. Вот это работа. Мне все-таки действительно зубчик сломался. Проще простого. Не будет на триггере. Так, а что за тип этот Бруски? Майк полезен. Этот тип с дрипатом или крестовиной. Всегда какой-нибудь деться докрутит. В основном с угонщиками. Вроде сидел когда-то, по-моему, с бензоколонками тогда химичил. Ты и правда его заставишь платить за химчистку? Не, спущу на ТВ. У меня с ним много общих дел, но и потом раз у него дом еще. Мы как-то были на скачках, и один ирландец ему пиво на выигрышный билет пролил. Майк его так отделал, что чувак ослеп на один глаз. За десятку. По мне так урод конченый. С ними просто надо уметь вести дела. А я с такими ребятами дела крутил. Майк по сравнению с ними просто душка, увидишь. Эй, где-то можно машину поставить? Не хочу красотку на улице бросать. И правильно, так что ставь ее рядом с моей в гараже. На улице прямо стада уголовников. А, район уже не тот, что прежде, а? Ну вроде бы они бегают, это вот не получается. Так. Управление. Обязательно перемещение кататься, присесть назад. А, он не приседает, это не работает. Сломалось, похоже. Не совсем можно как-то. Я это был отключен. Ну вот, я не думаю, на триггере это центровка, это центровка. Камера центр. Вот, я посмотрю это. Хоть. Ну ладно, так это не буду катать теперь про это не работает. Ну звук, есть ссылку. Я, походу, он должен был сесть. Если хочешь есть, жратва в холодильнике. Главное, это, нападай на холодильник. Нет, не поседает. Ну как вот. Вот, все там вот так как-то. Так, сейчас. Что-то он выключается. Сейчас же я не задевал. Сейчас просто стучу. Не пытаюсь нажать. Нет. Тут я. Сам он вот хожу этим тарикером. Вот хожу. Надо взять. Все это выключить. Не, не получится. Там управление нельзя поменять. Кнопка. Чтобы на кнопке. Нельзя. Ладно, все, давай. Сохранение, так сохранение.